И всем привет, меня Александр Сучков, и сегодня мы играем в GTA Online, и мы сегодня поиграем. Итак, игра началась, и мы должны ехать на задание. Там мы должны кого-то там убить, сейчас посмотрим в телефончике. Так, едем сюда на нашем мотоцикле. Так, нам нужно вот эта картинка у нас есть, кого нужно убить. Так, доезжаем до места. Так. Всё, так. Сейчас доедем и убьем там игрока и продолжим нашу игру. В общем. Так. Дальше. Так, давайте посмотрим еще раз. Что у нас тут телефончики есть? Да. Вот это. Так. Ну давай же. Так, все, мы его убили. Нашего врага. И. Кто это был? Я не понял. Подождите. Это что, Мафия 3? Ну, мы ее сейчас протестируем. В общем, ребята, мы сейчас будем играть в Мафию 3 дополнение и посмотрим, что же там изменилось и что же у нас там будет. Так, дело проходит в нашем, ну опять же, таком же городе, в котором происходит действие Мафии 3. Играем мы опять за нашего Клея, и, в общем, он негр, и он разговаривает с другим негром. А, в общем, сегодня мы поиграем в нее и посмотрим, что вообще здесь будет происходить. Миссия очень прикольная, да, игра тоже нормальная. Но там немного есть лаги, баги и глюки, но ладно уж. Давайте все-таки займемся сюжетом игры. Сюжет сделан, ну, не очень, но пойдет как бы для тех людей, которые просто ждали эту игру. Ждали реально очень долго эту игру. Но она все-таки вышла, и она, ну, такая, ну, обычная, можно сказать. Потому что играть в нее можно. Ну, по сравнению с Мафией 2 и Мафией 1, эта игра просто средняя, как бы, потому что Мафия 2 даже круче, чем Мафия 3. Поэтому я бы лучше поиграл еще в Мафию 2. То есть, если бы там было дополнение. В общем, в Мафии 3 добавили всякую разную хрень, которая в играх вообще не нужна. Они решили сделать игру, как GTA 5, но только в другие времена. А именно в 60-е годы. В общем, игра. Там нужно стрелять, кого-то убивать, что-то пытаться сделать, что-то находить, стрелять в ящики, собирать деньги из ящиков и выполнять всякие разные деньги, типа контрабанды или что-то такое. Собирать документы всякие и приезжать в гараж, чтобы слушать какого-то мужика и опять отправляться на задание. В общем, что я могу вам сказать? Эта игра, ну, для тех геймеров, которые реально пришли уже все игры, и они ждут чего-то нового. Ну, точнее, как нового. Они хотели увидеть Вита, скелета в старости. Вот он, и, точнее, как в старости. Ну, он еще такой же нормальный, просто он стал немного, ну, старше, чем был. А если ему тогда было, ну, сколько там, 20 лет, то сейчас ему лет 50, где-то так. В общем, всю игру вам придется играть с Вита и выполнять его тупые задания, которые реально стали тупыми. Если в Мафии 2 были совсем другие задания с Вита, то здесь они просто сделаны тупо и как бы недоработаны немного. И вся игра просто сделана для роликов. То есть вся игра это трейлеры, в которых только показывают игры и не дают, в общем, особо так сыграть. Ну, это просто, ну, игра для любителей, я бы сказал. Я бы лучше еще прошел GTA 5. Ну, так как мне позвонили в дверь сейчас и дали мне эту игру, я решил в нее поиграть снова. Ну, точнее, как снова. Написали дополнение, и вот я сейчас уже в нее играю. В общем, выполняется задание, мы опять приходим туда, делаем, выполняем задание, кого-то убиваем, каких-то бандитов. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь.